Доброе утро, друзья. Соседи на месте. А Таня тоже уже тут. Флаг висит. Все по плану. Я очень рада, что сегодня опять встречусь. И мы сможем покататься. Привет, Танюш. Привет, доброе утро. Сегодня как дела? Очень рано. Хорошо. Тебе с приездом, слушай. Спасибо. Сегодня как там Дубай? Стоит на месте? Стоит на месте, растет вверх и в ширину, и в длину. Слушай, ну вообще, ну ты живчик. Я тебя поздравляю. Я бы тоже так хотела путешествовать. Ну. Еще не поздно. Еще не поздно. Вам это с Парижа. Франция. Вау, сувенирчик. Да, я магазина не ходила нигде, только в аэропорту. И здесь вот маленький магнитик на... С ума сойти. Спасибо. Дубая. Спасибо, я тебя целую. Папа, мне кажется, неплохо. Спасибо. Мы приехали в Зор. Тут кот гуляет сам по себе. Короче, блогеры собрались. Да, Верочка. Привет, Вера. Здрасте, здрасте. Всем привет. Вот мы сегодня знакомимся со Спокена. Кстати, земляки Фанни Фо. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. С которой продают. Ну что-то я с утра не знаю. Как-то все-то. Ну, что-то передумываю, не знаю, что делать. А, уже думаешь, продавать или не продавать? Ну что, пошли, нам разрешили. Пятеро детей, надо же. Покажи мне дом. Блуберри потом. Welcome. Заходим. Вот у нас гид есть. Правильно, ножки надо вытирать. Так, показываем. Второй этаж, спальная зона. И вот такая бонусная комнатка, где стоит телевизор. Можно всей семьей сесть, посмотреть мультики детям. Вот такой двор, нормальный, здесь стоит зонтик, тут можно сделать плов. Идем, где ваш сад-огород, покажи, какой у меня сегодня гид прекрасный.
Вот такие заборы, заборы. Вот там есть, я вижу, калитка. Можно выйти наружу. У нас большой бассейн. Да. В калитке такой же, это, еще наша. Тоже еще продолжается? Это все ваша земля? Ну да, там намного больше. Да ты что? Ладно, оставь, не будем открывать. Показывай растения. Так, это что у нас? Инжир. Инжир называется. Да, уже. Не надо взрывать. Да, не надо, уже ягодка есть. Здорово. Две растут в год. Угу. Так. Тут что у нас? Блубери, тоже уже ягодки. Это твоя, да? Твое растение. Вот сколько ягодок тут. Плодоносят уже. У каждого свой кустик есть. Газонокосилка. Это просто необходимо. Вкусненько? Молодец, мальчик. Пошли еще что-нибудь покажем. Очень красивые домики. И самое главное, что он дает всегда по полчаса земли. Сейчас зайдем, наверное, вот этот домик слева. Посмотрим. Все дома, которые я видела, у них есть уже под контрактом. Но дома начинаются 359 и выше. Смотри, какие у людей большие участки. Вот этот дом еще они строят. Можно зайти посмотреть. На высоте, какой большой драйвей. Но это стоит эти деньги. А некоторые из них уже $400,000 стоят. Смотрите, вот этот белый в конце. Пойдем посмотрим двухэтажный. Это сейчас район Лайман, где мы тоже собирались покупать не новый дом. Самый первый такой просторный. Кстати, неплохой. Мы там смотрели, то магазины недалеко тоже. То есть комьюнити, локация неплохая, думаю. Неплохая. Сколько стоит? Дом, который вы смотрите напротив, беленький, с добавленными камнями, $435,000. Ага. Скверфит? Там 2500 скверфитов, и там у них есть 0,54 акра земли. А, много земли, 2500. Здесь у всех по пол акра и больше. Супер. Смотрите, как наша Южная Каролина строится. Уже я хочу сказать вам, что выходные, 4 July, это День независимости Америки, а вот наши люди работают. Интересно, у нас рабочая сила мексиканцы, а вот в Дубае, знаете, кто рабочая сила? Кто? Пакистанцы и индусы. У нас тут праздник, американцы отдыхают, а мексиканцы работают. Вон они, пчелки-трудяшки. Строят нам дома, представляете? Да, и не жалуются, радуются жизни. Правильно. Идем смотреть этот хорошенький. Очень красивый дом. Да, симпатичный. Теремок, вот, теремок. Посмотрите, какой на высоте дом рядышком. У них все очень хорошие дизайны. Ну, опять же, 400 тысяч здесь можно что-то найти. Но уже по пути дома... Сбоку заезд в гараж. Лесочек. Сейчас обойду вокруг сначала. Вот такой бэк-ярд. Интересный склон. Вон там уже ульи готовы. Можно делать бизнес с медом. Интересно очень. Вот смотрите, тут даже фен стоит, вентилятор такой большой. И здесь большой склон. Да, вот с этим надо что-то делать. Территория хорошая. Вон там видно, что загорожено. Вот так, вот так, так, так. Это все ихнее. Травку посеяли. О, два хитера стоят. Это хорошо. И напротив вот крышу ложат.
весело всегда музыка, чтобы дело шло быстрее. Зайдем вовнутрь через гараж. Такой боковой заезд, гаражик. Пахнет ремонтом, свежей краской. Приятный запах. Сразу ландри. И шкаф. Мы зашли через гараж. А где главный вход? Смотрите, заходите, удивляйтесь. Вау! Реально? Шикарно. Да. Да, вот мы, если бы зашли через главный вход, вот такое. 4 комнаты, 2,5 туалета, все очень качественно. Посмотрите на детали, на именно да. Ступеньки. Вот это. Это круто. Это круто. Окно высокое. Плюс есть плинтуса сверху прибитые даже на втором этаже, на первом. Очень открытая. Ну вот эти вентиляторы, камин, смотри, как... И все в современном дизайне, как мы любим. Вот тут можно собачку поселить. Это специально? Да, будочка. Котика, собачку. Смотри, какие пульты здесь шикарные. Ну да, я же говорю, современный дизайн уже. Каменный, да? Я в своем доме кольц брала без вен, потому что вены. Да. Смотрите на эти прекрасные appliances в новом виде, новый стиль, новый цвет. Здорово, две. Много разных новых добавок. Печечка снизу. Очень классно, такой тяжелый. Класс. Вау, кабинеты хорошие. Вот у меня под плитой вот это вот. Хочу вам сказать, что если вы платите дом дешевле, покупаете за 300 тысяч еще дешевле, пожалуйста, не говорите, почему там стоит дешеваша, которая имеет пластмассу. Потому что если я сейчас попробую, это железо. Да, да, да. Для здоровья или как бы именно покупать посуду, но опять же, дом не дешевый. Пол хороший. Мне очень нравится умывальник. У меня такой был. Я забыла именно, мойка черненькая. Да, я забыла именно, что за материал, но это очень классный. Есть вид на улицу. Бакьярда. Интересно, почему там эти стоят уже... Пчелы? Да, я домики есть. Для пчел. Ну, потому что кто-то хочет приехать раньше, чем дом построился. Интересно. Смотри, какая классная плита. Вот у меня под плитой печка, плита, а здесь вот шкафчик. Очень удобно. Холодильник уже идет с этим домом. Также в очень шикарном виде. Чтобы вы понимали, Samsung appliances, они дорогие, а темный цвет также повышает цену. Угу. Тань, тут вытяжка есть, смотри. Еще крутая. Вытяжка. Это не простая вытяжка. Ну. Ну. На улицу видно, что вот туда труба идет. Да, да. Свет, подсветка. И очень много, как говорится, кенлайтс. Потому что это каждый кенлайт стоит, во-первых, дорого. Во-вторых, посмотрите на этот кенлайт над умывальником. Он включается отдельно. Также стоит розетка дороже, чтобы вот это все сделать. Ну да. Деньги за каждую розетку, за каждую лампу. И здесь они... Даже на островке есть розетка. Еще этот дом, он ходит. И вы показывали снизу, какой большой там? Нет. Понизу можно зайти и проверить, как все стоит. Доводчики, как положено. Все по-современному. А это что, это пентри? У них пентри нет, я думаю, что это можно использовать как... Как пентри, маленький, да? Ну, зато будет аккуратно и все. Ну да. И жена дома не засидится. Место экономится. Хотя бы люди выйдут на магазинчик. Да. Кстати, вот тут есть место еще. Это для чего? Там можно добавить трубочку. Ну да. Потому что холодильник у нас здесь стоит. Да, это просто столовая зона, и там как бы, чтобы не мешало. Ну, можно что-то тоже уютное приспособить. Mm-hmm. Вот, мне нравится будка для собаки. Кому что? Я вас понимаю. Вот шкафчик. Кстати, можно сделать пентри неплохой, большой. Посмотрите на половину туалета. Какая шикарная плитка. Ага, это кафель. Только в ресторанах такое видела.
Ой, это каменная? Да. Это настоящий кафель? Угу. Окей. Также обратите внимание на плитку именно в ландре. Там также сделали очень шикарный раковый умывальник. Да, очень удобно. Когда стираешь, сушишь. Качество не дешевое. Да, из гаража зашел и сразу здесь помыл, что нужно. Или обувь нужно намочить, да. Где-то полочки, кабинет добавили, плитка. Здесь заходи в этот дом и никогда ничего не меняй. Также, что самое классное, мне нравится, здесь можно оставить обувь, которую ты пользуешь на улицу, куртки, скажем, постарее, может быть, которые ты для хозяйства. Да. Могли же оставить все открыто, но они сделали именно. Да, обычно через гараж заходишь и сразу все. Идем дальше. Смотрите, пожалуйста, это мастер бедрум. Хороший размер. Опять же, шикарные ветряки, не дешевые, со вкусом. Да тут даже на улице есть ветряк, такой же большой. Такой красивый. И что там гонять? Да. Ветерок делать? Пчелы будут. Да, точно. Да, посмотрите на клазы. Да, неплохой. Оставьте свет включен. Угу. И окна. Как вам окна в решетке? Здесь решетки пошире. Нравится, хорошо. Ну, надо сетки еще поставить обязательно. Они поставят сетки после того, как помоют дом. Это дом, новостройка. Угу. И они все делают по очереди. Помыли дом, там уже закончили, тогда это. Здесь у нас туалет есть. И шавр. Басрум. И джакузи даже есть. Ну, как интересно. Какой здесь интересный кот. Я сама еще черную пятну не видела. Вот специально подобрали. А шавр какой шикарный. Так, ванна, посмотри, тоже. Ванна или джакузи? Джакузи? Вау. И вот эти черные краники, это много дороже, чем мы видели обычно. Вау, я сюда не повернулась еще. Посмотрите на тяжелое стекло, которое стоит тоже дорого. Да. Шикарная плитка белая, мне очень нравится эта белая плитка. Добавили черненького. Круто. А как вам рамочка для шампуня, мыла? Да. Спасибо, да? Если есть рамочка, это также стоит дороже, потому что нужно вырезать и стену, и также поиграться с узорами. Класс. Отдельно стоит туалетик. Туалетик, есть еще и ванна. И для полотенчика. Привет. Плитка мне очень нравится. Угу. Тоже в разводах. Да. Такой стиль выбрали. Как марбл. Угу. Еще у нас есть три комнаты сверху. Так, здесь мы все смотрели. Неплохо, уютно. Давай сюда зайдем сначала. Ветрячок покажите. Вот он поближе. Ой, какая лампа. По-моему, это отпугиватель комаров. Похоже. Не знаю, точно не могу утверждать, но там что-то особенное. Отпугивание воров, да? Комаров. Вы посмотрите на эти рейлы, какие они классные. Металлические, да. Очень даже хороший дизайн, серьезно. И окна тоже все в черном, а для окон тоже все в одном тоне, стиле. Вот здесь подсветка уже есть. Окей. А прапорки какая? Лес? Там же будут разные олени приходить. Это просто vacation. Vacation, vacation. Каждый день vacation. Пошли на второй? Хорошо. Лестницы, деревянные, ступенечки, такие же, как и поручни. Вот, металлические перила, тоже под стиль вот этой лампы. Все в одном стиле. Так, это небольшая бонусная зона. Свободное пространство и сразу налево. Какая нежная люстра. Это комната для девочки, потому что люстра уже обозначила. Открываем шкафчик. Ну, обычный клозет. Вот тут есть что-то еще. Ага, чердачок.
Прямо еще одна большая просторная спальня с двумя окнами, вентилятором. И также клозет. Очень светлая, хорошая комната. Таня делает внизу видео. Здесь можно регулировать температуру отдельно. Для этих двух спален, вот слева и справа, один туалет, одна ванная комната на двоих. Тоже все выдержано в этом стиле. Здесь уже более простое, но она не пластиковая, она как будто керамическая. И последняя комната, еще одна спаленка с большим, уже более просторный шкафчик. Вот сюда, сюда даже можно зайти. Здесь уголок для компьютера обычно ставят. Вон розеточка есть и тут, и там. Небольшое окошко. Такой деловой уголок сделать. Ну и обычная комната. И бонусом еще вот эта дверь. Ой, тут много места. Тут даже есть свет. Можно оборудовать еще под что-то красиво сделать. И бонусная комната еще одна, number two. Комната Гарри Поттера, как мы называем. Вот такие секретные уголочки. Крыша, мягкая черепица. И рядом лес. Везде, всюду лес. Здесь не показала, тоже есть вид на покрытие. Можно посмотреть, вот, как это выглядит. Понравилась мне эта лампочка, люстра. Люстра понравилась. Изящная такая, нежная. Включила свет. Так что вот на любой вкус. Каминчик. Задекорированный. Место для телевизора. Обустроено уже. Открыла дверь, музыка. Ух! Веселые ребята. Аккуратно, стильно. Вот такое место. Мы едем с Таней. Вот ее данные.
прямо на машинке. Можно обращаться. Найдет вам любое. Любой вариант. За ваши деньги. За любые деньги. Хороший билдер, да? Вот смотри, тоже флаги уже вывесили. Скоро праздник, через пару дней. Эти дома уже проданы. Вот люди обжились. Клумбы понаделали.